Йоу, друзья, всем привет, с вами Коча, и это влог номер 32. И прошло уже почти 3 недели с момента того, как я начинаю набирать мышечную массу. Если вы помните, мой вес составлял почти 82 килограмма. Сейчас же... Так, встаем на весы. Ну, грубо говоря, 86 килограмм, кстати. Заценим, какая на улице погода. У нас вот снежок пошел. Просто на самом деле как. И, конечно же, надо обязательно пожрать перед тренировкой. А на обед у меня будут макароны, огурцы и жареная грудка. Так что сейчас плотно питаемся, потому что надо набирать мышечную массу. К тому же я, как сказать, очень поздно встал. Успел только поесть один раз, и то кое-как, потому что ролик монтировал. У меня вот только что ролик вышел. И сейчас будем набирать. Неудобно на самом деле снимать, когда одновременно ешь и камеру в одной руке держишь. Но нужно же делать годный контент. Так что сейчас жрем вот это все и идем качаться. После еды я буду вот принимать вот такой вот Vita Energy и Омегу-3. От Level Up. Поэтому, друзья, если вам тоже нужно качественное спортивное питание, то ссылочку вы найдете в описании. И чуть ли не забыл. Плюс, если вам нужны витаминчики, которыми лично я пользуюсь от Паркеров, то вы сможете найти в первом закрепленном комментарии под этим видеороликом. Ну а теперь собираемся. Короче, только что я пришел к залу и сейчас жду своего оператора Альберта. Друзья, вы помните Альберта из старых видеороликов? Кто тогда засветил? Когда последний раз занимался, да. 72 весил, но это чисто мясо было. Сколько ты до этого занимался? Октябрь. А сейчас в зал ты ходишь, да? Нет. Он просто сейчас не в этом зале тренируется, это там у тебя, да, где-то? Нет, я последний раз занимался 15 октября полноценно. А дальше у меня раз в месяц, может, у меня желание есть дикое, сходить куда-нибудь заниматься. Я беру на один день абонемент, занимаюсь. Вот. Потому что сегодня у нас будет тренировка Сайнтамы Ван Панчмена. Думаю, вы знаете, кто это такой. Я как раз тебе покажу. Погнали. Давай. Отжиманий сотню. Сотню на пресс, сотню на приседания и 10-километровая пробежка каждый божий день. Как на русском коча. Коча? Да, все, поиск. Вот второе. Угу. Все, посмотрим. Все, спасибо, брата. Плюс один подписчик. Итак, друзья, сегодня мы хотим размяться под тренировку Сайтамы Ван Панчмена. Я думаю, вы знаете, что это за тренировка. Это 100 раз отжиманий, 100 раз приседаний и 100 раз на пресс. Ну и в конце 10 километров бегать. Ну, мы, наверное, бегать не будем, да, 10 километров, потому что у меня нога болит. Ну, можно попробовать пробежать 1 километр, в принципе. Ты будешь, Альберт, это делать? Я 10 пробегу. Вот, смотрите, друзья, я ловлю на слове. Давай, ставь таймер. Мы еще посмотрим, кто из нас быстрее сделает 100 отжиманий. Все, включай. We'll be right back.
У меня все это получилось за 4 минуты 5 секунд. И опять же, сейчас, это понятное дело, напишут в комментариях, что, мол, это много. Но, друзья, опять же, я только начинаю отжиматься. Я давно уже не отжимался, поэтому для начала это нормально. Я просто начинаю свое восстановление. Поэтому посмотрим, за сколько я все это сделаю через один месяц. Но сейчас, Альберт, ты готов? Сейчас возьмем таймер. Братан, по-братски поддайся. Ты же понимаешь, я не могу проиграть на своем канале. Давай. Погнали. Ready to go, man, lock and load. Ну как Вайтенко будет на 200 рублей в день питаться. И у меня это парни тоже роуты за дрим, они, наверное, за это дизлайк поставят. Ты видел, я вам там типа бэху купил, я видео смотрел. Нет. А потом я не смотрел его ролики. Потом вышел ролик, как это, питаться на 200 рублей в день. Это... Да, у тебя время еще идет. Давай, давай, давай. Готов? Сотый. Да, давай. Ну все, короче, друзья. Ну, грубо говоря, 5 минут 45 секунд. Ну че, братан, как ощущение? Ну забился, забился. Все. Пока что я веду. Слава богу. Ну мы через месяц все это перезапишем. А прикинь, так же будет. Мы сейчас будем приседать? Да. Ты уже как бы присел, ты будем за один считать? Не, ты пока не включай таймер. Ты хитрожопый. Сейчас. Ты так долго приседаешь один раз? Я это, шнурки завязан. Да, прямой бьем. Я просто представляю, как ты сейчас будешь приседать. Ну, ты, наверное, по-любому хочешь на этом отыграться. Почему? Ну, ты же знаешь, что у меня имплант на... Ой! У тебя преимущество, братан. Какой этот имплант на... Так, давай, вставай напротив. Так, давай, таймер ставь. Погнали. Мы еще пресс не сделали. Блин, это жестко. У меня ноги всего ватные стали. Ну это потому что первый раз, да, когда тренируешься, намного легче. Я думаю, в следующий раз будет гораздо легче. Че, братан, давай теперь ты. У меня получилось 3 минуты 25 секунд. Сейчас я себя не очень хорошо чувствую, потому что давление скакануло. И я даже сейчас сижу на стуле, буду сидя снимать Альберта. Альберт, ты готов? Давай.
with some cold fronts. That Benz got a cold front. That ride got a cold blood. Couple texting and y'all about booking. This my bitch is like I'm stookin'. Motherfucker in the function. I'm a motherfucking team now. Jewelry always light up like a motherfucking cop car. I go and make it for my mama. I made it. Что? Все, красава. Ну, 3 минуты 10 секунд, нормально. Сейчас сколько? У меня 3 минуты 25 было. У нас с Альбертом счет 1-1. И сейчас мы будем пресс качать. Ну, а потом, возможно, бегать, да? Будем бегать? Да? Ты же говорил 10 километров, да? 10 мало, я так понял. Ага. Я тут 40. Я посмотрю, как ты. Я посмотрю, как ты километр пробежишь. Вот с телефона видно. Я нажал. Очень, кстати, офигенная функция. И. Че, Альберт, ты готов? Давай, стой, пускай будет сильнее. Давай, погнали. Я проиграл, но вы бы знали, как этот хитрожопый делал на пресс. Че, Альберт, вот что это за фигня, я сейчас покажу. Какого фига ты вот так ноги сделал? Какого хера, это легче было. Я тоже так могу вот так ногами открываться. Я в правилах нигде не был подписан. Я на самом деле ныть не буду, пускай он победил. Блин, Альберт, ну так не делается. Я вот напротив вот этой фигни, у меня ноги вообще не держали. Ну, сейчас пойдем качать грудь. Я думаю, в самом конце тренировки будем бегать, да? Чуток. Я помню, я обещал немного пробежаться, а ты говорил 10 километров, да? Ты смеешься. Было же дело. Да, друзья? Кого, друзья? Еще плюс один подписчик. Как тебя зовут-то? Акай. Миша, очень приятно. Ну или Коча, можешь звать. Окей. Вот, можешь погуглить? Коча. Так, 40 килограмм. Сил подписчики нет. Это была разминка. Вот эти длины по 20 килограмм, а вот эти по 10. Ну, на самом деле странно, все-таки кроссфитерские блины, но двадцатки почему-то тут меньше, чем 50. Слушай, если что, ты же подстрахуешь, да? Конечно, конечно. Просто камеру кидай, вот просто сюда подальше. Конечно, да не вот, я же одной рукой тебя страхану. Будем топить, как Игорь Войтенко. Да, братан?
все благодаря программе «Воин Спарты 2.0». Хоть я ее не смотрел, но она мне помогла вдохновиться, ибо ее создал сам Игорь Войтенко. Поэтому будем топить не как цари, а как спартанцы. Братан, ты готов топить? Давай, как воин Спарты. Скажи, мы потом разработаем методику, которая будет называться «Сильнее спартанца». В общем, снимаю, да, 40 килограмм гантели? Да, друзья, 40 килограмм. Ну, с одной стороны 20, с другой 20, значит 40 же. Вот я уверен, он сейчас думает, типа, как бы хорошо курс сануть. Чтобы без побучек. Да я не знал, что ты остановишься. Да блин, я просто сорвался. Еще не все кончено. Главное, чтобы писька стояла, братан. Не, все. Нормально. А что, тебя так волнует? Скажи, вот котик засранец, да? Да не, Анатолий, так не смеши, ты что, не подход идет? Я думал, раз 60 сделать. Сейчас мы с Альбертом будем наворачивать 1 километр, ну может даже и больше, если, конечно, силёнок хватит, ведь мы же теперь будем тренироваться по методике Ван Панчмена. Вот сейчас мы находимся в кинотеатре. Альберт у нас будет вот тут, потому что там дорожка не работает. Вот специально сейчас даже покажу. А то напишите, да. Вот. Тренажер не работает, а я вот тут, короче, буду бегать. И будем... Что это за фильм? Надо смотреть сцену, расписание. Напишите, кстати, в комментариях, что это за фильм. Так. Надо свет выключить. И знаете, что сейчас? Нужно перейти в ночную съемку. Так. Все. Смотри, кстати, слышишь, как тебя видно? Вот, видишь? Четко, да? Как собака, да? Да. Ты про себя? Ну ты же в лесу же ставят оленей. Ах ты. Так. Что, старт? Ну чё, погнали, сделаем 1 километр. Ну, короче, 1 километр 300 метров. А это было жестко. Итак, сейчас вы можете увидеть, какая форма у меня составляла 3 недели назад. И давайте же посмотрим, какая форма у меня сейчас. Вроде что-то есть, да, Альберт? Ты такой, да что за дрыщ? Выпендривается тут. Что, теперь погнали в баню. В общем, друзья, только что я вышел из зала, стою на остановочке, жду свою маршруточку или автобус. Посмотрим, что раньше приедет. И, конечно, я показал не очень хороший результат в тренировке Сайтамы Ван Панчмена, но... Будем стараться идти вперед, ведь я только начал. Поэтому посмотрим, что будет
через 10 или 20 тренировок этого Сайтамы. Я надеюсь, я не облысею. Хотя, чтобы облысеть, надо же тренироваться 3 года, если я не ошибаюсь. И, конечно же, если вам понравился данный видеоролик, то обязательно пишите в комментариях. Коча топ! 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 Все. Ну а с вами был Коча ТВ. Ставьте пальцы вверх. Обязательно, самое главное, подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик и распространяйте данный видеоролик. Всем спасибо, пока-пока!